Про пельмени тут уже и слова сказать нельзя. Подожди на месте. Включи ПВП и закрой глаз. Всем привет! Сегодня у нас особый рецепт. Жареный ух. Ага. Всем привет! Сегодня мы будем смотреть новую постройку базальта вместе с Беляшом. Я съем. Ладно, пошли, загружайте. Ждем, пока это загрузится. В смысле, я моментальную загрузку включил. Ну, ждем, пока он загрузит постройку. Ну, ждем. О, я нашел секретную стульчик. Вот это. Надо включить быструю перемотку с музыкой ожидания лифта. А, я понял. Вход с другой стороны. Вход с другой стороны. В смысле, я так долго бежал. Это, ну-ка, вниз. Вниз, сигай. Так, все, идем к Кримзону. Он начнет экскурсию. Вот здесь начало. А может он себе камеру приделает, и я просто буду сидеть в ванне. Наверное. Давай заходи. Мы с тобой хотим обзор. Так, тут у нас дверь, которая не открывается. Открывается. В смысле, как? Ну, открывается воображение вашем. А, типа, тут топор, чтобы разделять беляш на две части, чтобы было удобно. Да-да. А тут, свет. Он сейчас гид, понял? Сейчас Кримзон у нас. Эй, я же все рассказываю. Ну, а тут у нас столовая, пустая. Все, плохая столовая. Ресторан. Тут еды нету. Это вообще не ресторан. Потому что вся еда находится чуть выше. Тут нету еды. За нами. В смысле, я смотрю на люстру красиво. У нас сейчас не до люстры, у нас там это беляши есть. Да, это один беляш передо мной. Еда идти. Там наверх. А почему не дальше? Ну что, дальше выход. А, тут дальше это. Прыжок в бездну. Ты теперь. Вот над этим вагоном мы, я и Кримзон очень долго делали. Что такого? О, мясо, супчик. Это как бы колбаска. И вот сразу бутерброд с этой же колбаской. Тут типа, а тут беляши делают? Беляши должны были быть в духовке. Даже в масле что-то. Ладно. Здесь мы делали наггетсы. Вот кто-то заказал наггетсы. Еды много, но почему-то она из каменных пород различных. Из каменных пород. Так, ладно. Следующий вагон. Следующий вагон более... Это вагон... На нем вроде тут танк будет. Ща, погодите, я запрыгну сначала. Опа. На этот вагон просто вагон, чтобы бегать. И тут ну можно... и здесь еще полки, здесь должен быть транспорт находиться всякий. Какой-то. А, ща такой танк падает с неба на нас. Этот вагон называется вагон. Дальше вагон, и здесь у нас есть не каюта, а эти комнаты. Кого? Купе, во, купе. Сверху написано, чье купе где. А где мое, типа? А свое купе надо самому строить. Я не понял, я вообще-то... Вот мое купе, можем зайти и посмотреть. Подожди. Можем мне какое-нибудь купе? Я заплачу. Потом сам себе построишь. Смотрите, 5 миллионов рублей в одном золотом блоке. Так, не сейчас. Дайте мне сам. Вот пустое купе можешь себе занять, потом его обустроить. Вот мое купе. Ого, сколько всего. Здесь у меня ящик шавермы. Давай, иди давай, то мое, а я в твоем. Короче, у меня появился сосед. Тут, короче, можно отдыхать. Коробка. Здесь у меня шавуха, здесь у меня чайочек. Шаурма из камня. Пирожок. Квас. 4 бутылки кваса. А тут ничего нету вообще. А, ты последний, тут у нас нельзя входить. Почему? А, ну да, нельзя входить. Тут сейчас я тут все обустрою, не жевай. Я умею обустраивать. Давайте в конце экскурсии. Не-не-не, обустрою только. 5 сек, все важное, возьму конфет побольше этого. А, самое важное забыл, Зэги. Отдыхайте, располагайтесь, я скоро приду. Он тебя ждет. Кто? А, еще Кримзон. Самое важное. Чтобы разрубать беляшины запчасти побольше. Все, можем идти дальше. Ладно, пошли. Потом посмотрим. О, закрытое. Это, он говорит, туда входить нельзя, там закрыто. Там яйцо динозавра живет. А дальше? Это комната кого? Пурпла. Миш. О, вот тут все какое красивое. А что, моей комнаты я как-то не понял. А мне на обзор, а тут ему фиолетово на все. Вон дело, такой, но... А, он просто себе печеньку положил. Союз нерушимый республик.
А вот базальт Кримсон. Да, кстати, там у него же флаг. А это сама плата базальта самого. Ого, ружье. Мишень. Ули. Он мешает по ночам спать тебе своими выстрелами. А, ну мне кажется, он больше мешает вон тому челику, который рядом. Ну да. Ах ты, стойте, стойте, подожди. Он не будет тебе больше мешать, не спокойся. Он отправляется в далекое путешествие по поезду. Потом отправим. Наверху. А, это мое отделение. Еда. Стойте, перезаходим в команду, чтобы Крим... Перезайди, капкейк. Понял, сейчас. Так, теперь заходим к нему обратно. Да, в моей комнате там поселили, хочу их оттуда. Всё, я зашел к нему. Прими меня. Он нарочно меня не принимает? Серьезно? Базальт. Базальт, прими меня, или я тебя забаню на всех дискорд-серверах, в которых так надо. А, у меня не видно, что ты кидаешь. Я кидал уже 100 тысяч раз. Так, я не в тот вагон забежал. А, смысл? Так, прими режим общего строительства. А мы обустроим мою комнату. Уходи, уходи. У нас тут, мы еще основную экскурсию не закончили. Чего? Ой, заново загрузите, пожалуйста, пожи. А нет. Наверх, у нас тут обзор бара будет сейчас. Бар, который наверху, на втором этаже этого вагона. Стой, 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 стой. Я уберу вагон. Ой, у меня же не личный вагон. Всего лишь, хотя бы я бы взял бы вагон для танка. Буду жить там. Это самое ощущение, когда ютубер живет своей жизнью и не хочет слушать нормальный обзор на этот поезд. Просто стоим и ждем его. Давай, наверх. Примите режим общего строительства. Здесь у нас бар. Примите... Нет, не начинаем. Я ливаю. Все, всем пока, до новых встреч. Примите режим общего строительства. Не понимаете, я хочу в самом комфортном месте. Ради этого придется мне постараться. Имзан. Отлично, он нам сейчас сломает всю загрузку. Кто? Купаса Лупуса? Включите изоляцию. Не, синий, который приперся. Это не приперся. Его знаешь, как зовут? Купас... Не уважаешь Купаса Лупуса? Зайди в атаку. Нет. Пошлите наверх. Хотели бы за что-то. И только сейчас, то, когда Кримзон тебя наверх звал, ты не хотела. Когда Кримзон тебя сразу наверх. О, тут Кримзон, да? Это что за фиолетовые... Это пупу. Нет, его захватят зэги. Мы тут будем отдыхать. Вам что-то не нравится? Ну, давайте смотреть нормально. С присутствием зэгов стало. За что? Теперь зэги бездом. Взяли? Ладно, давайте посмотрим. Нормально, как вы хотите. Обозревайте, я буду идти за... Каждый, блин, раз... Ой, стоп. Каждый, блин, раз при... Этого поезда он будет... При ломании этого поезда он будет перезагружен. Понял? Стоп, что он сказал? Каждый раз при ломании этого поезда, то есть если ты что-то будешь удалять, он будет его перезагружать. А, ясно. Дверь. То есть лучше не бери удаление в руки. Ладно, ладно, ладно. Ну вот я удалил дверь. Ну ладно, не значит. Ладно, все, не надо больше. Уже это реально бесит. Ой, я хочу открыть топор. Ладно, давайте обозревать. Ну, что, реально? Он реально перезагрузит. Блин. Ну просят же ничего не трогать. Ну я ничего что не ты... трогаю, я только все уничтожаю. Просят же ничего не уничтожать. А, так бы сразу сказали, все больше. Ой, я думал не трогать, но я же их не трогаю, я их сразу так бум. Так больше ничего не бумай. Ну, слово бумать бывает. Давайте. Тут есть напитки, тут есть столики, как на первом вагоне. О, кнопка. Обожаю кнопку. А. Это свет. И тут. А, почему меч. Все не взорвалось, я не поднялся того в бахман. Здесь огромный меч. А, это чтобы разрубать беляши. Ну, или чтобы стрелять по бутылкам. Нет, разрезать беляши. Дайте мне его, пожалуй. Мне надо разрезать один беляш. Не пикваса? О, пикваса. Я хотел сказать один напиток, но передумал. На. Но напиток беляш. Обалденно. Получается из кваса с совмещением беляша. За что? Я ничего не трогал и не ломал. Ты стену сломал. И потом стойку сломал. Я не сломал, я ее переместил. Такого не было в правилах. Вы чё? Я, кстати, в своем купе. Мысли? Вышел отсюда или застрелю? Номк. Когда я твое возьму? А я говорил, он говорит. А я не слышал, чтобы ты говорил, погоди. Что ты говоришь, что беляши нельзя. Так, что тут еще осталось? Вроде бы ничего. Этот фиолетовый пират явно что-то замышляет. Отписаться. У нас все. А вот Кримсон прикольный получил. Я хочу еще своего плюш сделать. А. Только мне надо пластика на... Ну я сделаю вот свою. И у нас третий, и у нас четвертый последний вагон. Спереди в него не залезть, только сзади. А если он на меня упадет, мне будет хорошо? Нет, я проверял, тебе будет плохо. А, ты уже... Ну, хотя ты под прошлым поездом залезал под вагон. Лёна, да. О, лестничным. А, он на... Кримзон на первый этаж зашел, как бы. Типа я хочу на лестницу. Наверх потом залезем. О-о-о, ладно. Потом, значит, потом будем терпеть. Тогда я съем. Главное терпение, мой ученик. Здесь у нас...
коврики, которые подлетели из-за того, что все тряслось. Вот так. Поняли? Да. О, аварийная ситуация. Ой, свет мигает. Аварийная ситуация. Внимание. Смертоносный ух пришел сюда. Он может разгромить этот вагон. И после вы уже не останетесь в живых. Мне кажется, ух не то, что... Тут у нас кто-то тушенки обожрался. Ну вот, смотри, сколько банок тушенки. Тушенка, я думал, томат. Это что? Дальше у нас идет либо подъем наверх, либо дальше. Мы идем дальше. Давай, пошли дальше. Дальше ух, двигатель. Вот такой огромный громадинный тянет это поезд. Что, это громадина, что ли? Это еще не громадина. Это какое-то маленькое. Тут у нас двигатель. А что, он не подцеплен? Ну, это слегка недоделано. Зэк будет охранять это. Тут у нас двигатель, который типа существует. Ладно, Зэка мы уберем, а то еще скажут, блин, Зэка вставить нельзя. Я здесь у нас поставлю. Отопление. Отопление? Да. О, печка, можно погреться. Откройте, пожалуйста. Поздравляю, у тебя ожог 5-й степени. Обалденно. Погодите, я хочу в печке гореть. А, это котельная. Мы будем жарить. Мы будем... Всем привет, сегодня у нас особый рецепт. Жареный ух. Ага, беляш, давай сюда идем. Или жареный уха плюс беляш. Вкусное сочетание вкусов. Буль-буль-буль-буль-буль-буль. Стой, подожди, коллизию подрублю. Уха получилась хорошая с беляшами. Я, кстати, вылетел из поезда. Ждем пока. Музыка ожидания. Стоп, подождите, остановись, Кримс. Ты уха у нас. Хорошая уха, а какая вкусная. Стой, подожди на месте, включи ПВП и закрой глаза. И сюда встань, включи ПВП и закрой глаза и встань, давай. Ты любишь уху, да, я так понял? Знаешь, что на нашем сервере делают с любителями ухи, не знаешь? А, про пельмешки вообще молчат. Про пельмени тут уже и слова сказать нельзя. ПВП подруби, я сказал, слышишь? Ладно, Зэги, можете разбегаться, я вас еще вызову. Если он снова задумает кушать уху. Что? Что он там шепотом говорит? Ничего. Это не то, о чем ты думаешь. Что это в коробках? Это не ко мне, это к нему, это его поезд. Что это такое? Скажи-ка. Что, решетки? Это напиток решетки, обалдеть. ВП, вруби, пожалуйста. Зэги, мне нужна ваша помощь. Снова. О! А вот мы и наверху, кстати. Да. Так, а сейчас будет экстрим. Да не такой. Вот отсюда и вы. А мне не будет. Давайте что ли покатаемся на этом поезде. Там интересную комнату не видел. Можете, пожалуйста, поезд заново? Ты что, опять пол поезда разрушил? А, я. Он само. Я вагон держал только что. Стойте, не загружайте, я удалю. Они вредят обществу. Ой, я пол нечаянно удалил. Так, гениально. Скажите мне, как мне надо себя вести в поезде? Не стрелять в базальта, не кушать этого беляша, не бегать, не ломать ничего, не трогать, да? Ладно, пошлите, какую комнату я не видел? А где беляш? 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 А, погоди. Беляш? Так, беляш погиб. Так, а какой вагон нам? А, точно, я вспомнил. Беляш погиб. Он перестал разговаривать. Всё, идём. Как ты вернулся? Я ж тебя съел. Комната с кнопками. Оу-о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 у-
комната с кнопками. О, вот это уже интересно. Обожаю эти кнопки. Вообще. Кнопки это самое лучшее, что есть в этом работе. О, тут еще одна. А тут-то сколько кнопок. Есть идея. Тю-тю-тю-тю. О, все, поезд готов к отправлению. Как прицеплять себе? А, там два гарпуна сзади. Прицепляй давай. Так. А что мы можем в разном нужно обдуме? Нужно вагон-то подойти. Подошли. Так, все, я пошел присоединять. Давай присоединяй, потом третий, потом четвертый. А, стоп. Я не могу это взаимодействовать с гарпунами, чтобы их... Так, вот я вижу, вот я слежу, но это проблема. Я тебя оставил просто делать поезд. А ты даже не смог два гарпуна подцепить. Никогда не доверяйте мне. Я не могу их нажать. Особенно важным дела. Не доверяйте мне. Я нажать могу. Они не выполнят ничего. Будут говорить, что не могут нажать. Отойди, сейчас профессионал покажет, как надо. Смотри, как все легко и просто. Видишь? Меня не нажимают. Что за прикол, Беляш? Беляшам ничего нет. Я понял это сегодня. В смысле? Прямого, квадрат. Я тогда, короче, в свою купе пошел. Куды? Пойду напротив пирожка посижу. Помогайте подцеплять следующий вагон. Ой, я уже поехал. Чека. Тю-тю-тю-тю.
Ух. А, я не могу назад ехать. Это ГГ. Я не могу назад. Я просто сижу, открыл окошко. Я просто сижу и пытаюсь... Напротив меня растение, сверху лампа. А, ну, тут рядом лесоград, который собирается обрушить на меня свои снаряды. И парк аттракционов, в который я не сходил. Это тебе предлагали? А? А нет, мне не предлагали. А, смотри, сразу убрал его. Эй!